Всем привет, с вами Ярослав. Я думаю, вы знаете такую программу, которая называется Ableton. Именно в ней работают такие рэперы, как Егор Крид, Слава Мерлоу, Моргенштерн, а Биг Бэйби Тейп там не работает, он работает в Фелке. Перейдем к основной теме ролика. Многие рэперы работают именно в Ableton. Я лично в Ableton не работаю, потому что я там ничего не понимаю. Я работаю именно в FL Studio Mobile. Вот, есть такие люди, у которых нет ноутбука, нет компьютера, и они хотят заниматься музыкой. Но они хотят работать именно в Ableton, потому что они хотят научиться там работать. Но если у вас не получается все-таки, или у вас нет компа или ноута, то вы можете скачать себе на телефон FL Studio Mobile. Она в Play Market платная, но так, если из Google ее скачиваете, она бесплатная. Вы можете скачать FL Studio Mobile и работать там как в Ableton. Вы просто можете выставлять вот аудиодорожки так как в Ableton. Вот видите, я также составил. И я вам попозже покажу, как это все сделать. Так вот, у нас сегодня необычная тема ролика. Мы будем делать из FL Studio Mobile Ableton. И сейчас я вам покажу, какие тут сходства есть. Получается, у меня есть на телефоне и FL Studio, и Ableton. Например, пианинку мы прописываем там на пианинке. И 808 бас мы тоже там прописываем на пиано-роли. А сами вот эти дорожки аудио мы выбираем с аудиодорожек. Логично. Также там их можно копировать, переставлять, расставлять, как вы хотите, короче. Вот видите, тем временем, пока мы с вами разговаривали, я уже успел вот это вот все переставить, как вы видите. Даже не переставить, а я скопировал вот эти хай-хеты и переставил их вон туда к кикам. Также я переставил клэпы, тоже их ставил. Вот так вот получилось, получается. Вот. Также мы сейчас увеличим 808 бас, так же как в Ableton, так же как в FL Studio. И пианинку мы тоже сейчас увеличим. Вы можете пока смотреть на экран, но я буду говорить. Я не могу работать в Ableton, потому что я там ничего не понимаю. Но вчера я попробовал сделать бит, у меня что-то получилось, но... Нормально пианино прописывать я вроде нормально могу, но у меня плохо получается. Так, давайте послушаем, что у нас в итоге получилось. Вот так вот у нас получилось. Но согласитесь, похоже очень на Ableton. Вот сейчас я вам покажу, как это все делать. Получается, мы делаем не вот так вот, как я сейчас делаю. Я ставлю пиано-ролл. В Ableton не так. Потому что там прописывают только мелодии 808 бас, можно сказать, на пианино. А остальное там именно аудиодорожки. Вот сейчас мы с вами сделаем аудиодорожку. Мы берем... Заходим и нажимаем аудиоклип, потом My Files, My Tracks, там заходим в наши драм-киты и вот выбираем, например, Snare. У многих нет драм-китов, но аудиоклип можно тоже поставить всякие инструменты вот эти, которые есть в самой FL Studio. Вот смотрите, мы просто берем, вот он этот Snare, да? Мы берем его, копируем и вот вставляем. И еще раз вставляем. Я его просто без разницы куда ставлю, потому что я его сейчас удалю. И мы вот так вот удаляем и можем удалить саму аудиодорожку. Вот. Вот так вот получается. Итог. Очень хорошо, мне кажется, если человек может работать в Ableton, да, но у него нет компьютера и ноутбука, он может скачать себе FL Studio Mobile и работать там как в Ableton. Вот как я сейчас показал. Мне кажется, очень похоже на Ableton, только тут все выставлено не так, как в Ableton. В Ableton там, ну, как сказать, все не так. Там все по-другому. Но можно работать тут как в Ableton. И мне эта идея очень понравилась. Я думаю, вам залетит. Я даже не из-за этого, я просто хочу вам подогнать идею, чтобы вы знали, если вы хотите работать в Ableton, работайте тут. Пока!